И мы, как и обещали, возвращаемся к Харькову, где, откуда точнее поступают, если я правильно понимаю, хорошие новости. Светлана Шакера продолжает оставаться на связи. Светлана, здравствуйте еще раз. Правильно ли я понял, освободили ли заложников? Алексей, да, только что на наших глазах произошел штурм отделения Укрпочты на Киевской. Бойцы спецподразделения «Корт» зашли с тыла, они зашли со двора. И то, что мы видели вот здесь, с этой точки, это то, что окна отделения почты засветились. Там, и какая-то женщина начала махать руками в окне. Тут же бойцы спецподразделения зашли в парадные двери и оттуда начали выводить людей. На своей страничке в Фейсбуке глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная уже подтвердила, что все заложники освобождены. Экстремист задержан и ответит перед законом за свои действия. И президент Украины Петр Порошенко уже также сообщил, что благодарит всех, кто участвовал в этой спецоперации и провел ее оперативно, быстро и результативно. Студия. Светлана, спасибо вам за хорошие новости в этот предновогодний вечер. Я напоминаю, на прямой связи из Харькова была наша корреспондент Светлана Шакера. Ну а в Харькове, собственно, закончилась благополучная история с захватом заложников.